Вот проходит, 34 года уже прошло, мы никак не можем забыть и не забудем никогда этого. И есть люди, которые только знакомятся с творчеством Владимира Семеновича, и оно покоряет сердца. А есть люди близкие, которые знали непосредственно этого человека, эти люди сегодня в зале. И прежде всего, наверное, самый близкий человек – это Абрамова Виктория Владимировна. Я хочу ее пригласить сюда, пожалуйста. Продолжать служить тому, чему всю жизнь служил.